Волонтеры, они делятся как на две категории. Это молодые волонтеры и волонтеры такого старшего возраста. Людей среднего возраста среди волонтеров очень мало. Я работала тогда на основной своей работе и помогала работать на Олимпиаде. Я работала переводчиком в командах, которые не знали русского языка, и нужно было помогать. Ну и потом, когда мне все это очень сильно понравилось, я решила продолжать помогать и дальше. Нам пришло приглашение в институт о том, что волонтеры нашего института могут попробовать себя реализовать как волонтеры общественной палате на мероприятии Ассоциационного центра по поправкам Конституции. Я решила попробовать. Вот, пришла, попробовала, и меня затянуло в эту стихию. Обучение было выездное. Мы там занимались и физической нагрузкой, и одновременно были мастер-классы, встречи, лекции, собеседования. Мы волонтеры, мы душа мероприятия. И вот та вот изюминка, которая добавляет волонтеры, обученные, конечно, волонтеры, позитивные и делающие свою работу так, как надо, они вот добавляют более яркую окраску любому событию, любому мероприятию.